Цель встречи – обсудить совместные планы работы членов обновленной общественной палаты и чиновников и наметить пути и механизмы, которые позволили бы общественной палате влиять на решения, принимаемые муниципальной властью. Не всегда мы это знаем, не всегда власть может до конца и полностью быть уверенной в своей деятельности в плане оценки жителями. То есть мы видим, что, допустим, то, что мы делаем, это хорошо, а жители могут это видеть немножко по-другому. И вы как раз можете с этой точки зрения нам и пояснить. Начали со знакомства. Каждый заместитель главы района коротко рассказал о том, чем занимается и каких результатов ожидает от совместной работы с общественностью. Для нас взаимодействие с вами очень важно, чтобы мы понимали последовательность действий, да? Не расплескаться на какие-то мелкие действия, создать видимость движения, но по факту не получить нужного результата. И основное – это забывать о проблемах. Со своей стороны представители общественной палаты рассказали о тех проблемах, которые больше всего волнуют жителей Солнечногорья, и выразили желание чаще встречаться и общаться с представителями власти. Нам важна конечная цель, важен конечный результат, но кроме конечного результата есть еще промежуточные результаты. И если мы сейчас покажем в решении даже вот каких-то глобальных проблем промежуточные результаты, самое главное об этом расскажем, то тогда и про общественную палату, и про администрацию Солнечногорского района граждане смогут сказать, что да, они эффективны. Поэтому, коллеги, призываю к эффективности. Юлия Беспалько, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».